Ты не знаешь, что на сцене это же Бодя Бро. Кто меня знает, тот знает, что я больной. Но все-таки мне суждено читать, как не крути качать, так не тупее хип-хап, попыки. Шучу, а что вы не знали, Кичка Виталий в ударе, в этом зале Виталий Тема читает, качает, потому что будет, то будет. Наш же парень немало думал решение, судьи же прежде печальное. Далее передаю привет Славе Фроловой. Думаю, понравится, ведь это что-то новое. Она красиво улыбнется и скажет мне, да почему бы и нет, Бодя, было кайфово. Но просто я читаю рэп, а не пою, и это все не по душе. Игорь Кондратикун, я надеюсь, они скажут мне пока, но я не учусь в универе имени Кондратюка, я не танцую, но чтобы понравилось Ладу Яме, мне придется слегка пританцовывать хотя бы ногами. Я пришел на шоу Карина Майтлан, чтобы сказать, что есть люди, которые считают круче Ели Потапа. Я говорю вам «да». Спасибо. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Они пошли к моей машине. Бодя. Просто Бодя. Вы не Бодя. Вы Бодюнечка.